Открываем посылочку. Ой, это каждый раз так интересно. Каждый раз сюрприз. Много посылок просто заказали. И они постепенно приходят. Ну, судя по ощущениям, это пришли моему ребенку. Да, это они немножечко. И вилочка. Вилочка и вилочка. Так. Ну, упакованы обычно. Это пластик пищевой. Прямо с силиконом. Да, эти вилочки, видите, мягенькая. Такая вот достаточно эластичная. Прикол в том, что пишут, что она изменяет цвет. Вот. Значит, эти предназначена ложечка с вилочкой для маленьких деток, которых можно уже прикармливать только начинать. Поэтому очень важно, чтобы как-то мама понимала, ну, чтобы не пробовать маме самой по температуре пищи. Вот говорят, что она изменяет цвет. Ну, посмотрим. Сейчас для этого нам надо кипяточек. Вот кипяточек. И такого цвета она сейчас. Посмотрим, меняет цвет или нет. Да, она меняет цвет. О, чудо! Смотрите, она стала прозрачной. Если прозрачная, это все, это очень, это кипяток. Это просто кипяток. Я только что закипятила чайник. И посмотрите, что происходит. Вот, ну, вилка, соответственно, такая же. То есть, если вы положите ребенку, помешаете его или кашку, или что, видите, как долго не уходит, потому что ребеночек очень чувствительный, он в себе все печет. Вот, для него, а если так помахать, остудить. Вот, они говорят, что оно возвращает. Ну да, мы видим, уже возвращается этот цвет изначальный. Фокус-то где? Да, вот. Видите, постепенно возвращается. Тут, кстати, и сама эта вот полоска, которая, она как индикаторная, она белела тоже полностью. На ней, кстати, ничего не написано, но вот такое чудо. Вот вилочка, видите, тоже начинает ставиться малиновой. Сейчас я... Да, вот я выставила на улицу прохладно. Видите, сразу она изменила цвет. Ну, что я скажу о преимуществах. Значит, товар соответствует описанию, соответствует тому, что о нем написано, что действительно это безопасная ложка-вилка для маленьких детей, которые еще не понимают, какую пищу по температуре, чтобы мама видела. Не пахнут. Удобные в ручке, вот такие антискольжения, такие три пупочки здесь. Вот и на вилке, и на ложке. Вот, и из положительных еще что, достаточно гибкая, не острых, нет острых краев, вот даже вилка такая очень вся округлая, мягенькая, приятная, довольна я покупкой. Вот, но самое интересное, что вот меняет цвет, я первый раз такое вижу, и класс, мне понравилось. Ссылка на этот товар будет в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк.